можешь доверять. Обожаю я твое простое сердце. Чистым сохрани его, сынок, прошу. И все мужчины, они хотят быть такими рыцарями. Они хотят освободить, они хотят завоевать, чтобы у них были шрамы. Там. Он говорит, видишь, я заплатил. Вошел священник, озабоченный. Правда, светом осветил. Христуса бы лучших обратить. Пошел туда он золотым крестом. И берусь читать, а не хочется вот читать, и все. Хочется в другом месте почитать. Сын Божий! Я принимаю, что вот эта сила, она исцелит меня. И как только я прикоснулась к этому платочку, это было первый раз в моей жизни, я получила мгновенное исцеление. Эта боль, она просто мгновенно ушла. Степа, летаете ли вы? Риск, дело благородное. Ее звали Астоль, а ее звали Грей. Наоборот, ее звали Астоль, а его звали Грей. Думали побеседовать, дальше ехать. Я подошел к колесу, покачал ее халин, вообще болтается полностью. Там же горы проходил, все ж, по горам ехали. А колесо болтается. Заехали на станцию обслуживания, подняли колесо, оно свободно снялось. Это моей жизни было. Больше ничего не помню, знаю, что только на операционном столе я лежу. И это самое. И мне врач подходит и говорит, Люба, ты знаешь, что у тебя двойня? Говорит, такие мальчишки, говорит. И все, больше ничего не помню. Спасибо вам огромное за теплый прием, за все добрые слова, за новых знакомых, за то, что меня сюда привез Майкл. Я надеюсь, я познакомлюсь со всеми вами. В сердце просто положила, чтобы в этом месяце сходить к дентисту. Это даже боль, смотри, уходит, потому что Бог хочет, чтобы мы разумно смотрели на многие вещи. Ты мне, а я тебе, чтоб царство Божье было на земле. Приветствую вас, братья и сестры. Я бы хотел зачитать место Писания к Колоссянам, 3 глава, 21 стих. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.
Eh!